С самого начала агрессии против Украины российское руководство регулярно озвучивает угрозы применения ядерного оружия. И хотя эксперты и политологи сомневаются в готовности Кремля прибегнуть к настолько крайним мерам, но Запад на подобные заявления реагирует нервно. Оно и понятно, цивилизованному миру есть что терять. Он давно привык жить без войн, а угроза атомного Армагеддона пугает западных политологов до нервной дрожи. Россия без стеснения пользуется этими страхами, постоянно прибегая к ядерному шантажу. Сказать можно даже больше. Все российские попытки перекройки мира с 2008 года опираются на единственный сдерживающий фактор – ядерный арсенал, доставшийся путинской братве от Советского Союза. Россия постоянно бравирует наличием у нее ядерной кнопки. Россиянам по центральным каналам регулярно рассказывает о новых аналоговнетных ракетах, про радиоактивный пепел на месте Вашингтона и ядерных ударах по Лондону, Парижу, Берлину. В 2018 году лично Путин рассказал Федеральному собранию о невиданном чудо-оружии, буревестниках, авангардах и посейдонах. И не просто рассказал, но и показал мультики, где российские ядерные ракеты поражают Калифорнию. И хотя говорящие головы в кремлевском телевизоре не устают повторять о мощи ядерной дубины, реальное состояние российского стратегического арсенала – это один из главных секретов путинского режима. В этом ролике я расскажу, чем именно Москва может угрожать миру. Попробую оценить, в каком состоянии находится ее ядерный арсенал, а также выскажу свое мнение относительно новейших российских разработок. Меня зовут Семен, канал Мегашоу ТВ. Начинаем. Российский ядерный кулак. Чего стоит бояться? Современная Россия обладает одним из крупнейших ядерных арсеналов в мире. По оценкам западных экспертов, общее количество российских ядерных зарядов составляет 6-7 тысяч штук. Причем где-то 4,5 тысячи из них относятся к категории стратегических. Если же говорить о носителях ядерного оружия, то Россия одна из немногих стран мира, в состав стратегических сил которой входит полноценная ядерная триада. К ней относятся ракеты наземного базирования, подводные лодки с баллистическими ракетами и стратегические бомбардировщики, способные нести ядерное оружие. Надо отметить, что нынешнее число российских ядерных зарядов – это лишь бледная тень от того количества, которым располагал Советский Союз в период Холодной войны. Тогда боеголовки исчислялись десятками тысяч. Аналогичным арсеналом обладали и американцы. Однако уже в 80-е годы началось двухстороннее сокращение ядерных вооружений. В 2011 году между США и Россией было подписано соглашение СНВ-3, которое ограничивало число развернутых ядерных зарядов стратегического класса до 1550 единиц, а их носителей до 700 единиц. К последним относятся ракеты межконтинентального характера, морского и наземного базирования, а также дальние стратегические бомбардировщики. Теперь несколько слов о непосредственно самих носителях ядерного оружия, ведь именно их возможность определяет могущество стратегических сил страны. Основная часть развернутых российских ядерных боезарядов находится на наземных ракетах мобильного и шахтного базирования. Их общее количество – 1181 штука. Сегодня на боевом дежурстве находится МБР, Р-36М2 «Воевода», УР-100Н, три модификации «Тополя» и две модификации ракеты «Ярс». Из всего этого списка наибольшую опасность представляют ракеты Р-36М2 «Воевода» и РС-18А «Сотка». Р-36М2 – это знаменитая «Сатана», настоящий мастодон брежневской эпохи, способный нести до 10 ядерных зарядов. Она была создана в украинском Днепре, и до сих пор против нее нет защиты. Но не все так просто, ведь самой молодой ракете, состоящей сегодня на боевом дежурстве, уже более 30 лет, что создает опасность даже для ее хранения. Кроме того, в составе российского военно-морского флота находится 11 подводных ракетоносцев, из которых 9 несут боевое дежурство. На них находятся 144 ракеты с ядерными боеголовками. Однако большая часть этих кораблей заложена еще в советский период, поэтому они уже морально и физически устарели. Их постоянно планируют заменить новыми подводными лодками, но пока это только слова. Россия хорошо умеет ломать, а не строить.
Российские самолеты-носители ядерного оружия вряд ли будут полезны в случае глобального конфликта с Америкой. Бомбардировщики Ту-95 и Ту-160 были созданы в период Холодной войны и на сегодняшний день безнадежно устарели. Едва ли хотя бы один из них сможет нанести удар по территории США. Им банально не дадут взлететь. Последние 10 лет в России идут разговоры о создании нового стратега, но пока это только лишь рисунки. Самая острая проблема российских стратегических сил – это их стремительное устаревание. Так, например, западные аналитики считают, что примерно 1500 российских боеголовок давно отслужили свой срок и требуют утилизации. Я уже говорил о ракете «Сатана», которой так любят хвастать кремлевские пропагандисты. Да, это действительно великолепнейшая ракета, но из-за преклонного возраста она больше подходит для музейной экспозиции. До 2014 года ее обслуживанием занимались украинские специалисты с Южмаша. Но после аннексии Крыма, конечно же, всякое сотрудничество прекратилось. Срок эксплуатации этих ракет уже несколько раз продлевали, поскольку замены им нет. Но это нельзя делать бесконечно. Их давно нужно было снимать с вооружения, но Путин считает по-другому. Аналогичная ситуация с ракетами «Тополь». В 2021-2022 годах заканчивается их 20-летний срок безопасной эксплуатации, а это значит, что при запуске ракеты она легко может взорваться. Их даже планировали выводить из эксплуатации, но заменить их также нечем. Москва не может решить проблему продления ресурса своих ядерных ракет, а это значит, что в ближайшие годы она лишится значительной части своего стратегического потенциала. Сармат животворящий. Уже много лет российская пропаганда поддерживает дикий хайп вокруг ракеты «Сармат», которая должна заменить знаменитую советскую «Сатану». Она имеет сходные характеристики по дальности и количеству боеголовок, однако вроде бы выполнена на современном технологическом уровне. Россияне уже угрожают «Сарматом» Западу, хотя никакой ракеты пока еще нет. И когда она будет готова, неизвестно. При этом заявляется, что «Сармат» будет оснащен суперпродвинутыми средствами для преодоления противоракетной обороны, чего не было на «Сатане». Кроме того, на него можно будет устанавливать планирующий блок «Авангард», который якобы может преодолеть любую ПРО. Работы над «Сарматом» начались в далеком 2009 году. Изначально его планировали принять на вооружение уже в 2018. Однако все сроки, как говорится, сместились вправо. В 2018 году только начались испытания ракеты, а первый полноценный запуск произошел в апреле 2022 года. И сразу после первого испытания был подписан контракт на поставку «Сармата» в войска. Для сравнения, в Брежневском Советском Союзе, набухшем от нефти долларов и находившемся в пике своего технического и научного могущества, от испытания до принятия на боевое дежурство «Сатаны» потратили целых 5 лет. Но и это еще не все. В будущем «Сарматы» собираются делать в Красноярском машзаводе. Предприятие обещает делать от 2 до 4 ракет в год. Грубо говоря, чтобы заменить все находящиеся на дежурстве ракеты «Сатана», а это 46 штук, понадобится примерно 10 лет. То есть уже в ближайшие годы Россия потеряет самую грозную часть своего ядерного арсенала, а заменить ее будет просто нечем. И тогда о ядерном паритете США, скорее всего, придется забыть. Буревестник, Посейдон и Белый лебедь. В 2018 году Путин во время своего ежегодного послания Федеральному собранию объявил о создании в России сразу нескольких видов прорывного стратегического оружия. Среди прочего, кремлевский диктатор назвал крылатую ракету «Буревестник» с ядерной энергоустановкой и неограниченной дальностью полета, ядерную торпеду «Посейдон» и модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М «Белый лебедь». Интересно, что до этого он рассказывал депутатам о проблемах российской экономики и здравоохранения, и было заметно, что Путину тупо скучно. Но только диктатор перешел к новому оружию, как его глаза загорелись. Было видно, что Путин сам верит в существование вундервафель и нешуточно гордится ими. Увы, боюсь, как и с Киевом за 3 дня, Путина здесь тоже развели его приближенные лизоблюды. Начнем с «Буревестника». Поговаривают, что за его разработку вице-премьер по вопросам ВПК Юрий Борисов и замглавы администрации президента Сергей Кириленко получили звание Героев России.
Однако до сих пор неизвестно, что именно удалось сделать московитским Кулибиным. На самом деле идея очень простая. Берется крылатая ракета, в которую устанавливается миниатюрный ядерный реактор. Набегающий поток воздуха проходит через его активную зону, нагревается, расширяется и выходит из сопла. Ракета летит и действительно имеет практически неограниченную дальность. Проблема в том, что пройдя через ядерный реактор, воздух становится дико радиоактивным. Поэтому Россия оставляет за собой целую полосу загаженной земли. Этот предполагаемый буревестник взлетает, какое-то время находится в воздухе, но потом-то он все равно падает, ибо садится крылатой ракетой необученный. И вместе падения получается маленький Чернобыль. Где русские собираются ее испытывать? Этот простой вопрос я задавал еще в далеком 2018 году. Какой части России россиянам не жалко для испытаний? Идея ракеты с ядерным двигателем появились еще в 60-е годы прошлого века. Тогда реакторы хотели ставить едва ли не на пылесосы. В США даже провели наземные испытания двигателя с реактором для межконтинентальной крылатой ракеты. Если кому интересно, можно погуглить проект «Плутон». И двигатель этот прекрасно работал. Но когда пришла пора летных испытаний самой ракеты, американцы тупо свернули проект. Они просто побоялись ее испытывать. А вдруг полетит куда-то не туда или на город упадет? Потом инженеры научились делать нормальные баллистические ракеты и про всякую экзотику быстро забыли. Она стала не нужна. Кстати, похоже, что буревестник россияне все же рискнули испытать. И все закончилось предсказуемо. 8 августа 2019 года на полигоне Нёнокса под Архангельском взорвался непонятный аппарат, в результате чего 5 человек погибло. Еще несколько получили ранения, а значительная территория оказалась загажена радиацией. Так что, вероятно, Путин поспешил со звездами героев. Похожая история и с Посейдоном. Это огромная торпеда с ядерным двигателем и ядерной боевой частью, подрыв которой якобы способен вызвать колоссальные цунами у берегов США или Евросоюза. Это тоже шутка из далекого прошлого. По легенде, подобную торпеду предлагал сделать Андрей Сахаров. Ну, еще до того, как стал всесоюзным голосом совести. Ну, а советские адмиралы и соображения гуманности от подобного людоедского проекта отказались. На самом деле, все было немного по-другому. Проект огромной ядерной торпеды действительно разрабатывался в СССР в начале 60-х, но отказались от него не из-за гуманизма, а просто потому, что подрыв подобного устройства у американских берегов не мог вызвать никакого серьезного цунами. Был даже построен специальный испытательный стенд, где изучались последствия взрыва. Посмотрели и решили, что овчинка не стоит выделки. А потом пришла эра баллистических ракет, и обо всем этом просто забыли. Скорее всего, нынешнее руководство российского ВПК просто решило развести Путина, предложив ему невиданную вундервафлю, под изготовление которой получила очень хороший бюджет. Вероятно, что аналогичным образом дело обстояло и с другими проектами невиданного оружия. Недавно, кстати, россияне пытались пугать своей мегаторпедой Запад, слив информацию о ней через несколько изданий. Хотя вряд ли американские военные всерьез воспринимают подобные проекты, ведь они же не идиоты. Еще одной всероссийской гордостью, о которой вопит кремлевская пропаганда, стал проект модернизации стратегического бомбардировщика Ту-160. Его еще называют «белым лебедем». Самолет действительно красивый. Проблема в том, что его создавали в начале 70-х годов, и сама концепция его применения давно устарела. Сейчас его можно применять в локальных конфликтах, сбрасывая на голову врагов обычные бомбы и ракеты. И то только в том случае, если у противника отсутствует ПВО. Сам самолет очень дорогой. В конце 80-х годов изготовление одной единицы оценивалось примерно в 200 миллионов долларов. Не менее затратная его эксплуатация. Суммы здесь таковы, что Ту-160 еще ни разу не применялись для нанесения ударов по украинским городам. Зачем России сейчас возобновлять производство устаревшего и безумно дорогого бомбардировщика, непонятно. Американцы сейчас используют стратегические бомбардировщики нового поколения, построенные по схеме «летающее крыло». Они делают ставку на свою невидимость для радаров противника. Зачем Путину все это нужно?
Вся эта экзотика, взятая из далекого прошлого, вероятно, должна компенсировать грандиозный провал российского военно-промышленного комплекса. До последнего момента формальный статус великой державы для Московии обеспечивался исключительно наличием советского ядерного оружия. Проблема только в том, что все это советское наследство, которое скоро превратится в ржавую труху. России нужно срочное перевооружение стратегических сил, но подобная задача явно не по плечу нынешней путинской братве. Не по Хуану Сомбреро, как говорится. А учитывая санкции и общую деградацию России, дальше дело будет обстоять только хуже. Поэтому уже в ближайшие годы нас, вероятно, ожидает кардинальное изменение в балансе ядерных сил между Россией и США. Конечно, Московия так и остается ядерной державой, но о каком-то паритете с американцами не будет идти и речи. Даже если Россия сумеет сохраниться в сегодняшних границах, она неминуемо опустится до уровня региональных государств наподобие Ирана. А все путинские рассказы о супероружии – это не более чем попытка еще раз покошмарить Запад и немного взбодрить ватное население. Ведь у последнего забрали последнюю радость – убеждение в том, что российская армия вторая в мире. Я не хочу сказать, что все путинские ядерные ракеты – это ржавые ведра с болтами. Но учитывая уровень воровства в российской армии, едва ли они все находятся в хорошем состоянии. В мае нынешнего года на сайте gulagu.net появился огромный объем документов, свидетельствующий о запредельной коррупции в Минобороны РФ. Основатель этого проекта Владимир Осечкин тогда заявил, что часть российских ядерных ракет вообще не взлетит, а другая взорвется в шахтах. Это хорошая новость, а плохая заключается в том, что и небольшой части российского арсенала будет достаточно для планетарной катастрофы. В этом смысле осторожность Запада в отношении Путина понятна, ибо этот субъект уже давно ушел в неадекват. Но нас должно заботить не это. Пока угроза применения России ядерного оружия против Украины минимальна, поэтому мы должны положить все силы на освобождение оккупированных территорий. Украинская армия вполне способна справиться с этой задачей. Нам же остается всячески помогать ей в этом священном деле. Слава Украине!